Спасибо. А что это? Игра крутая. А что название у нее не крутое? Что это значит? Я его сейчас скачаю. Скачай и запускай сразу. Да. Читай, пусть сюрприз тебе будет. Вон все пишут в чате, что игра топ. Хорошо, ну ладно. Это, сука, Брэд, я чувствую, потому что ты ничего нормального подарить мне не мог. Это, сука, очередной Брэд. Итак, смотри. Это Брэд-симулятор. Графика ультра максимальная, потому что у меня все-таки 1660 супер, а не какая-то обычная 1660. Итак, смотри. Аркад, реалистичный. А какой мне режим надо? Аркадный либо реалистичный? Ну, реалистичный, наверное. Да? Это но типа... Это сложный. А, ну тогда да, точно. Ну-ка, сейчас попробую. Реалистичный. Итак, смотри. Пень не имеет глаз, поэтому вы не можете ничего видеть. Выбрать реалистичный игровой режим. В смысле? Вот, ты уже играешь. В смысле? В смысле? Тут нет игры, тут черный экран. Ну, что за хуйня? Реалистичный режим. У меня нет глаз. Ебать, и что мне делать? Просто смотреть черный экран, что ли? Я не вижу ничего. Ну это же симулятор ПНА. Не, брат, что-то ты меня нашутил. О, смотри. И что? Ну вот, ты играешь. Что, блядь, вот? Это что за хуйня? Здесь пень ебаный. Ну? Что, ну как твердится? Чё это? Зачем? Как пень не двигается? Как играть-то? Здесь не... Ну вот ты уже играешь, брат. В смысле уже играешь, блядь? Тут пень стоит и все. Ну вот и симулятор пня. Ты что, дебил или что, натурой? Что за хуйня? Чё ты затупил-то? В смысле? Мне что, вот так вот просто сидеть на пеньке или что? Нет, как ты можешь сидеть на пеньке, если ты есть пень? Ну, как бы, это симулятор пня игра называется. А я при чём, блядь? Как я должен играть в него? Ну, ты уже играешь, брат. Я просто запустил в него, и всё. Ну? Ты чё, блядь, издеваешься? Чё за прикол такой? Я хочу, блядь, мне надо двигаться, да прыгать, типа, наверное, через деревья, или чё? Да нет, брат, как пень прыгает? Он же, ну, растет корнями в земле, и всё. Ты чё, блядь, идиот, что ли? Это чё вообще такое, нахуй? В смысле, тут просто пень, и всё? Ну да. А игра в чём, блядь? Ну, ты как бы пень. А может быть, ты пень? Я не пень. Нахуй тогда мне эту хуйню подарил? Ну, чтоб ты играл. И не чем? Как играть? Он стоит на месте, даже не прыгает. Брат, зато проиграть нельзя. А я при чем, блядь? Я что, проигрываю всегда или что? Ну, иногда. Ты что, дурак, что ли? Ты накурился или что? Как ты мог мне эту хуйню вообще подарить? Это вообще не игра, это какая-то анимация. Почему анимация? Смотри, потому что он даже не двигается, нихуя. Время это просто хуйня. А где ты видел, что пень двигался? А как можно создать игру, в которой, блядь, просто запустил и сидишь? Это не игра, понимаешь? Это просто анимация. Нет, тут игра. В чем, блядь, игра? Что, нужно как ну, ебаньку видишь? Сидеть, смотреть, вот это с каре, там цифрами кинут или что? Да, тут даже травка от ветра колыхается. И время в суток... Да нахуй мне твоя травка, это анимация, гифка ебаная. Это не игра, нет. Блядь, 3D-гифка. Короче, параша какая-то. Иди нахуй такими играми, понял? Еще раз такую хуйню подаришь, больше не позову тебя. Я тебе сказал, это нахуй на позорище это, блядь.